Познакомьтесь, Назик Чонуэва. Бизнес-леди, криптоинвестор, финансист, юрист и общественный деятель. Энтузиаст крипторынка и блокчейн-технологий. Чонуэва изучала международное право и юриспруденцию в Кыргызско-Российском славянском университете, финансы в бизнес-школе Саид при Оксфорде, Англия, и получила степень магистра по специальности финансы, инвестиции бизнес-школы Эдинбургского университета. Начала карьеру Чонуэва младшим адвокатом в Университете Центральной Азии. Она была частью юридической команды в инновационной компании Input-Output. В настоящее время Назик является соучредителем финтех-компании Крестон. Чонуэва занимается общественной деятельностью. Она является членом международной организации Rotary International.